Носачей еще называют бюргерами, и это потому, что у них выдающимися размерами отличается не только нос. Они также знамениты своим внушительным брюхом. В ходе эволюции их желудок превратился в нечто наподобие бродильного чана. Он разделен на камеры и наполнен бактериями, благодаря чему способен переварить даже самую вредную растительность, которая может оказаться ядовитой для других животных. И самое удивительное, что носачи могут есть практически все. Именно этим они и занимаются днями напролет. Эти преуспевающие обезьяны живут большими семейными группами, и такой образ жизни имеет явные преимущества. Не проблема найти того, кто поможет избавиться от насекомых. Кроме того, детишкам всегда есть с кем поиграть.